Специальное предложение только сегодняшнего дня. И так и хочется кружиться и петь летящей походкой. Я вышла из мая. Знаете, уже хочется, чтобы наступил май месяц, наступило лето. Так хочется надеть на себя прекрасное платье, которое мы сегодня вам представляем. Выйти и показать, какая я красивая. Сегодня мы представляем вам главное предложение только сегодняшнего дня под названием Тиарелла. У нас несколько цветов на выбор. Представит нам цвета Светлана Старостина, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, разработчик программы «Стиль вне возраста». Давай выбирать цвета. Во-первых, мне очень нравится вот такой вот нежный розовый пудровый оттенок, либо цвет Тиффани, посмотрите, ментоловый. Мы с вами видим крупные цветы на этих двух оттенках. Далее, Оль, у нас серый цвет. Серый цвет, вот этот серый при заказе. Бежевый цвет, тут уже помельче. Помельче цветы. И снова крупные цветы так, у нас в бирюзовом варианте. Посмотрите, какой эффектный оттенок бирюзы. Причем цветы со всех сторон. Добавляют настроение образу. И еще у нас есть синий цвет, посмотрите, с крупными тоже цветами. И также есть синий цвет с мелкими цветами. Выбирайте любой оттенок и звоните как можно скорее. Это главное предложение только одного дня. Да, и это очень модный дизайн, очень женственный дизайн. Посмотрите, какое количество цветов. Причем на самом любимом нашем варианте это на шифоне. Летящий, воздушный, легкий, невесомый шифон именно с цветами. То, что украсит любую женщину. А особую пикантность, конечно, здесь придают рукава. Дизайнерская находка, воздушная, великолепная, легкая и изящная. Да, слушай, ну как нужно правильно выбрать размер? Сориентируй нас. Выбирать будем с вами размер в размер. Мне нравится то, что здесь изящная посадка именно по верху нашей фигуры, да, то есть элегантное облегание груди и вот те самые шифоновые, летящие, невесомые рукава. Я обожаю такие рукава за счет того, что они могут прекрасно скрыть любые нюансы фигуры. А далее у нас с вами свобода именно в А-образном силуэте, поэтому выбрав размер в размер, вы получаете свою прекрасную новую фигуру от 50 до 64 размера. Ну, посмотрите, какая цена сегодня действует, 1999 рублей. То есть на это платье сегодня действует скидка 1600 рублей. Смотрите, когда все это закончится, эпидемия рассосется, мы пойдем по магазинам, нам захочется что-то новенькое для лета купить. Летние красивые платья, они будут стоить очень дорого. Ну, естественно, потому что, ну, и закупка будет уже совершенно по другой цене. Экономическая ситуация нестабильна. А у нас сегодня действует самая выгодная цена, поэтому сейчас готовимся, а потом наряжаемся. Модные выходные сегодня на Шоп-н-Шоу со Светланой Старостиной. Свет, скажи, пожалуйста, вот я вот видела недавно, да, вот когда сидела дома, я же тоже никуда не ухожу, практически только в магазин за продуктами обратно, и листала журнал, увидела, что сейчас вообще в 2020 году модные вот эти вот цветочные принты, правильно? Ты знаешь, вообще цветы всегда модные, они были и 100 лет назад, а в моде и 200, и 300, это один из самых женственных принтов, но здесь особый шик, можно сказать, такой королевский вариант, потому что используется летящий, воздушный, невероятно такой вот мягчайший шифон, при этом очень высокого качества. И вот обрати внимание, что цветы у нас располагаются абсолютно по-разному, потому что это и актуальная тенденция, например, акварельные цветы или более такие реалистичные. Кстати, давай посмотрим на королевских особ, которые также для себя выбирали наряды с цветочными принтами и орнаментами. Пожалуйста, современные наши королевы. Королева Испании, да, королева, принцесса Великобритании. Посмотри, принцесса Мадлен, Евгения, да, все любят цветы, причем именно в летящем шифоне. А у нас с вами здесь еще и королевский рукав, воздушный шифон и изящные цветы. Да, друзья, летящей походкой, как же хочется, чтобы скорее наступило лето, чтобы мы надели это шикарное платье, и мы как цветок распустились, показали всем свою невероятную красоту. Все-таки цветы, они, ну, сразу аккумулируют счастье внутри каждого из нас. Мы сразу автоматически улыбаемся. Дарите настроение этому миру. 1999 рублей. Настанет совсем скоро время новых открытий. И знаешь, а чтобы было совсем новое открытие, давай я покажу нашим модницам, что такое, казалось бы, летящее шифоновое платье мы привыкли носить с каблуками. Но, мои дорогие, наша Аня выбрала для себя именно вариант со слепонами. Такой спортивный немножко вариант. И мы можем на такое шифоновое платье легко добавить, например,
например, кожаную курточку или джинсовку. В результате у вас получается уже даже кажуальный вариант. Это весна, лето, осень, когда бывает немножечко прохладно, за счет вот такого комплекта вы можете создать летящий, женственный, соблазнительный образ даже в не очень хорошую погоду. Так, а вот и меня еще интересует, смотри, вот по моей фигурке прям сидит идеально, у меня вообще сложно подобрать по фигуре платье, ну, потому что у меня грудь большая, бедра, наоборот, узкие, знаешь, вот как будто. Вот а перепад, у твоей сестры, такой. Я знаю, наоборот. Да, мы же все разные, скажи, пожалуйста, всем ли это платье подойдет? Смотри, выбираем размер в размер, мне нравится то, что даже если, например, у вас пышная фигура, как у нашей Катерины, именно пышная форма сверху, то есть пышная грудь, пышные ручки, есть небольшой животик, такое платье, смотри, максимально будет подчеркивать грудь, будет прикрывать пышные рукава, вот здесь вот, да, особенно, например, в зоне проймы, при этом свобода остается, и живот, а вот дальше у нас идет уже легкая-легкая ткань, да, которая закрывает уже бедра, например, для твоей Насти, да, с твоей сестры, у нее уже пышные бедра, как раз именно такое платье прекрасно подчеркнет фигуру. Ну, а если у тебя, например, покатое плечо, здесь добавляются подплечники, которые моментально расправят плечи. При наличии талии, фигуры песочные часы, вы можете добавить ремешок и получить уже изящное женственное платье в виде такого приталенного силуэта. Давайте замерим еще длину. Вот наша Катюша носит 54 размер. Длина платья 118 сантиметров. Видите, длина закрывает колени. Класс. И делает походку изящной и легкой. Даже у Катюши колено закрытое, потому что она высокая. Так, смотрите, у нас несколько цветов на выбор. Давайте выбирать ваш неповторимый оттенок. Синий цвет выбираю для себя я, но он очень яркий благодаря ярким таким вот освежающим цветочкам. Еще есть у нас синий с крупными цветами. А далее бирюзовый цвет. Сейчас вам его тоже покажу. Быстренько смотрим. Далее бежевый цвет. Еще у нас есть серый цвет. Вот этот цвет называется ментоловый. Розовый цвет с крупными цветами. Также сейчас вы видите его на экране. 1999 рублей. Ну, вы уже поняли, да? Если это будет ваша первая покупка, точно подойдет. Везде свободненько, нигде ничего не переживает. И посмотрите, это легкий образ, который будет идеален. Вот совсем скоро. Вот выйдем из эпидемии, наденем это платье, будем такие шикарные.